Байкеры Анапского клуба встретили на своей земле коллег из Краснодарского края, из Москвы, Санкт-Петербурга, острова Сахалин и других регионов России. Байк-фестиваль посетил иностранный гость по паспорту, гражданин Республики Беларусь. Сколько вы ехали сюда? 3 дня. Примерно сколько километров? 1900. Здесь есть байк-фестиваль. И самая главная цель визита любого мотоциклиста – это куда бы ты ни ехал, это главное, чтобы тебя в конце пути угостили чашкой горячего кофе либо чая. Такое желание вполне объяснимо. Сентябрь в Анапе прохладный, хотя байкеров это не смущает. Гостей разместили в уютных номерах отеля на берегу моря. И согреваются любители мототранспорта, рок-музыкой и родными для каждого, но такими разными мелодиями моторов. Фестиваль отмечен особым настроением и характером. Байкеры приняли участие в десятках конкурсов. Например, определили, чей байк рычит громче. Провели художественный графический конкурс татуировок. Победители получили памятные подарки и грамоты от организаторов байк-пати. Организованное мероприятие наше Blacksmith MC в честь организации в Анапе чапты Blacksmith MC Анапа. На этом мероприятии собрались все наши братья с Краснодарского края и ближайших регионов. Также приехал байкер с нашей братской Беларуси. Надеемся, что это пати перерастет в фест, который будет ежегодный, и мы всех будем рады видеть. В следующем году организаторы обещают провести более масштабное мероприятие и пригласить звезд российской рок-музыки.